Сегодня Захарий Зорин, директор Института скрипки в Бордо, имеет докторскую степень в области музыкальной педагогики. После отъезда из Советского Союза Захарий работал солистом Иерусалимского ансамбля и Израильского симфонического оркестра. Потом переехал во Францию. Композитор Иосиф Дорфман посвятил ему скрипичный концерт, который Захарий с блеском исполнил с Национальным оркестром французского радио. Вы позвонили раньше, чем вас пригласили, и сказали: «Я еду». Я немножко удивлен был, потому что уже 8 лет назад мне Игорь со мной говорил, обсуждал этот вопрос. Потом несколько лет опять, еще 2 года назад мы с ним встретились. Ты приедешь? Я говорю: конечно, я приеду. В детство немножко вернулись? Как? В юность? А я всегда вот такой маленький. Я маменькин сыночек вообще. Я всегда был маменькин сыночек, хотя ее уже давно нет. Ну, Одесса еще добавила? Одесса у меня всегда. Одесса во мне всегда, я всегда одесситы. Где бы? У меня паспорта разные есть, у меня есть дом, там, квартира, у меня все есть, но это все Одесса дороже, чем все то, что у меня есть. Генрих Винявский, скерцо тарантелла. Thank you.
Thank you.